решение, да, нам был включен практически зеленый свет, и уже 5 ноября удалось подать напряжение на данные сети наружного освещения и приступить к их ремонту. Значит, две смены наши бригады работали на данных сетях наружного освещения. Естественно, сети наружного освещения без эксплуатации лучше не становятся. Практически 30% всех объектов наружного освещения здесь подвергнуты были ремонту. И сейчас все 53 светоточки в данном микрорайоне включены в работу.